Луганская Брянка. Здесь сейчас восстанавливают дороги наши брянские специалисты. Второй год в подшефном городе кипит работа. Долгие командировки вдали от семьи и дома. Но важнее помочь брянковчанам вернуться к мирной жизни. В преддверии дня работника дорожного хозяйства во дворце Гагарина чествуют самых преданных профессий людей, включая тех, кто вернулся с Луганщины. Среди них машинист-экскаватор Александр Касин. Он удостоен почетной грамоты президента. 3 месяца. Восстанавливали социальные объекты. Что-то сохранилось, что-то разрушено. Безопасные и качественные дороги – один из показателей благополучия государства и региона. Они облегчают работу людей, сокращают время и расстояние между населенными пунктами. Как сказал президент нашей страны Владимир Путин, дорожное хозяйство – важное, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективной работы которой во многом зависит бесперебойное сообщение между регионами, социально-экономическое развитие страны и качество жизни людей. Дороги всегда были и остаются визитной карточкой любого региона, а также одним из важнейших показателей развития экономики. Благодаря грамотному вложению средств федерального и областного бюджета дороги Брянской области качественно преображаются. Мы с каждым годом увеличим объем финансирования дорожного фонда. Если взять предыдущие 9 лет до 2014 года, то дорожный фонд составлял почти 15 миллиардов рублей. С 2014 года по сегодняшний день это 58 миллиардов рублей. То есть он вырос, ну, 4 раза. Мы построили более 300 километров новых дорог, 9 мостов за это время. Дороги сегодня, которые вы делаете, они являются кровеносными сосудами для нашей экономики, для развития экономики. Потому что кровеносные сосуды – это транспортное сообщение, за что, конечно же, вам очень большое спасибо. Особые слова поздравления в этот день звучат для ветеранов отрасли. Эти люди создавали фундамент, на котором сейчас зиждется все дорожное хозяйство Брянской области. Мы строили тогда, когда вся дорожная техника была прицепная. То есть так, трактор отдельно, а дорожный механизм отдельно. Сейчас лучше строить дороги, конечно. Не легче, дороги нелегко строить всегда, но приятнее их строить. В работе сейчас немало важных объектов. Строятся мосты в Брянске, Сураже и Фокино. С нуля создается новая улично-дорожная сеть в старом аэропорту и в микрорайоне на Флотской. Гордостью Брянска стали проспект Героев, улица Советская, объездная, авиационная. Над проектированием всех этих дорог трудятся молодые, амбициозные сотрудники. Ну, особенно, наверное, запомнилась дорога Брянск-Дядьково Гранично-Калужской области. Это дорога второй категории, повышенной высокой интенсивности движения транспорта. Довольно много различных объектов, которые необходимо было достроить, дооборудовать. Это остановочные комплексы, тротуары, переходно-скоростные полосы. Работы еще очень много, ведь задача стоит грандиозная, чтобы качественное дорожное покрытие дошло до самого маленького переулка. Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Сергей Дюков, Брянск.